Следующий аромат, вот такой вот уже, это у нас Vivid. Ну, здесь, знаете, вот если очень сильно захотеть, то именно этот флакон можно запараллелить как раз вот с Шанель Шансом. Это совершенно не один в один, это не аромат клон, это не аромат закос, это не то, что, допустим, бренд хотел что-то сымитировать наподобие Шанель Шанс. Да, вот этот ярко до сих пор сидит. Это просто аромат на тему. Они похожи, и у них пирамиды совершенно разные. Это, опять же, цветочно-фруктовый аромат, но очень округлый, скорее всего, за счет нот османтуса и иланга. Я не помню, есть они в пирамиде или нет, но я чувствую вот эту вот прям желтоцветочность, очень круглую, очень такую гладкую и обтекаемую, кремовую. Этот аромат, да, он заслуживает внимания, он уже более сочный, более летний, более такой живой. И понятный, то есть здесь есть чему зацепиться носу, и такой аромат можно с удовольствием носить.